Какой диагноз можно поставить по вашим ногтям? Белые пятна, нехватка железа, цинка и кальция. Ногти ломкие и медленно растут, нехватка витаминов и проблемы с кишечником. Выпуклые ногти по типу часовых стекол, проверьте легкие и сердце. Вогнутые ногти, нехватка железа. Отсутствие лунки, она должна быть на каждом пальце, анемия. Ямочки на ногтях, воспаление суставов. Желобочки повдоль ногтя, ревматические заболевания, поперек ногтя, проверьте желудок. Двухцветный ноготь – это почечная недостаточность. Темная полоса вдоль ногтя – подозрение на меланому. Синева на ногтях – проблема с дыхательными путями. Белые ногти – подозрение на цирроз. Слушайте свой организм и подписывайтесь на наш канал.